слышали, что я сказал, то, что я делался новый этот, новобранье, новый лук, то, что я уже глаз к туху Петра судил. Потому что у меня запись того, что я, короче, сейчас я вернусь. И так как, видите, я переоделся, у меня как бы броня появилась, и сейчас я буду уже тут так положить все, кроме стрел и денежек. Нет, денежки надо положить. И если взял обмороженные стрелы, потому что на этом льда просто накопал. Вот, и все. И взял все обмороженные стрелы. Так, нам обычный стрел. Так, а сколько нам? 19, да. Хорошо, хорошо. И... Что-то... Эй, ты, бегемот! Так, я думаю, надо пойти сердечки накопать, так что я сейчас приду. Все, их очень много накопаю. Подождите. Так, ну, а сейчас я пойду убью скелетрона. Вот у меня 10 тысяч. 10411 стрел, обмороженных, обычных и поджигающих, да, по-моему, там. Ну, сейчас я доберусь, короче, до скелетрона, и потом там увидимся уже. Так вот, ребят, пока я бежал до отсюда, уже почти стемнело. В правом верхнем углу вы видите там солнышко, ну, почти солнышко, и она почти упала. И еще чуть-чуть подождать, и буду убивать скелетрона. Да, для вас она будет секунда, для меня это будет минут 10, так что подождите немножечко. О нет, это безобидная бабушка, тебе ничего не делает, не стреляй, не стреляй в меня, пожалуйста. О нет, я ее убью. Ха-ха. Плохой бар. Серьезно? Значит, меня не убил. Окей. Так. Так, я понял, что это действует только на руки. Похоже. Похоже на то, да. Так, думаю, сольем сначала одну руку, потом вторую, да? Так, вот легче. Возможно. Ой, сейчас меня убьет. Все, она долбит по рукам. Сейчас одна рука сломается уже. Так, все, минус одна рука. Второй остался еще немножко. Как в голове, в принципе. Не, в голове там еще много у нас на голове. Ай, как по голове шлёпнул ладошкой. А, я думал, хотел меня... А, всё-таки ударил. Так. Аллаху Акбар! Так, все будет мощный удар, но я его избежал. Так, ломайся давай. Безнадежная рука. Все, иди. Дальше будет. Я же испугался. Надо это будет изи. Изи. Изи пизи. Мы уже 2000 нашли.
2500. 2500, если. Сейчас даже уже поменьше. Я знаю, что меня плохо слышно, но извините. Как-то так. Это все равно лучше, чем вообще видео без звука выпускать. Так. Сколько у него? 1200. Нормально. Успею. Даже меньше, чем 1000 у него. О, будет это вот очень классно. Если я туда опущусь. Ай, что-то сейчас сломало. Ай, как зуб болит, а теперь. Господи. Умри. 400 у тебя осталось. Да? 400, значит. А теперь 200. О, чё-то пальцы устали. А теперь 100. Понятно, да? А теперь 60, теперь всё. Мяу. Да. Как-то глупо вышло. Ну, думаю, стену плоти я буду убивать с помощью гранат. Сейчас я приду, подождите, а то... Ну, я сейчас новую броню сделаю. Я сейчас вот пойду, буду все откопать, и это очень долго будет, так что подождите там меня, да? Немножечко, пожалуйста. Итак, ребята, я на своей старой карте... господи, сейчас солюсь. Ага, слился. Господи. И, короче, сейчас буду убивать стену плоти, да. И на этом буду заканчивать, так что подождите меня, когда чуть-чуть немножечко сосед. На донышке. Да, подождите. Будем рад. Да, как вы видите, я за другой. Да, за другого персонажа. Потому что, не знаю, лень копать, и зачем вообще убивать эту стену плоти? Я уже ее 1000 раз убивал. И все равно я ее буду пчелок гранатами убивать, так что, ребят, смысл не убивать. Так. Надо сочинить, да? Да, короче, я не буду ее убивать. Я просто вам скажу, типа, ну, можете подписаться на канал, но это не обязательно. Потом можете поставить лайк этому видео, но тоже не обязательно. Я вас не упрашиваю лайки, просто но вам говорю, что вы не забывали, вы можете это сделать, но я вас этого не прошу. Можете поставить лайк или дизлайк. Это ваше мнение. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Или не понравилось, то ставьте дизлайк. Ну, я, конечно, все понимаю, да, то, что я снимаю не очень качественно. Звук тоже, мой голос тоже не очень хороший, да, детский еще. Но хочу вам кое-что сказать, я вас очень сильно люблю, вот, тот, кто подписался, да, я вам очень благодарен, этого бы сегодня было, если бы у вас не было, я бы не снимал эти дурацкие видео, но они не дурацкие, ну, думаю, для всех они дурацкие. В общем, что хочу сказать, для этого видео, скорее всего, не будут уходить, или будут, но с такой регулярностью, что вообще. Короче, мои последние слова. Всем пока.